Всем привет! Расскажу о новых фильмах. На самом деле это уже старые фильмы, но новые они у меня потому, что только появились в коллекции. И начнем с того, что я прошелся по Озону и выбрал позиции, которые меня давно интересовали, и решил восполнить этот пробел. Многие фильмы мне не очень известны, поэтому было вдвойне интересно попробовать их посмотреть. Вдруг появится что-то очень увлекательное. Ну и просто расширить горизонт. И первый диск, который я вам покажу, я взял, это у нас «Не угаснет надежда». Ну так, по крайней мере, перевели локализатора. Здесь Роберт Редфорд. Честно говоря, не знаю этого актера. И смотрите, лучший фильм года о мужестве и победе над стихией. Вот, но я бы тут больше, как сказать, назвал бы его лучший фильм года о победе над разумом. Ну, про это немножко попозже. Лучший фильм года о мужестве и победе над стихией. Опять повтор. Вот, ну и так далее. В общем-то, фильмом я не разочарован, сразу скажу, но это фильм, знаете, фильм одного актера, потому что все действие происходит практически на одной лодке, на паруснике, да, и с одним актером, у которого там за весь фильм буквально там две фразы он говорит, и все. То есть это все время какое-то такое неспешное действие, и вот тем не менее, зритель смотрит всего лишь с одним актером целый фильм. Вот поэтому это, конечно, хорошо. Второй момент. Этот фильм вызвал у меня множество эмоций. Но в данном случае они не относятся к самому фильму. Меня поражала постоянно тупость или глупость главного персонажа. Просто неземная. Начнем с того, что он отправился в Тихий океан на этом паруснике, как будто это легкая прогулка. Причем он выплыл в океан и лег спать. Ну, что там в океане будет? И сразу же и начинается с того, что пробивает стену какой-то предмет ему, борт, и начинает хлестать вода внутрь этого парусника. И ну, я сразу так подумал, надо быстрее хватать там банки или что-то, быстрее вычерпывать эту воду, чтобы не утопило, потому что дырка достаточно высоко, над ватерлинией просто туда, ну, залетает волна. Вот, надо выплескать это все. Но герой так не думает. Он начинает ходить, расстраиваться, потом выносит наверх подушку, это же самое важное. Не заделать борт, надо подушку вынести. И отчерпывать ему воду тоже не надо. И вот он ходит, пока там уже по пояс воды наливается. Вот. И потом он, наконец, вылазит наружу и видит, что протаранил борт контейнер с кроссовками какими-то, который упал с какого-то проходившего где-то грузовоза корабля. И вот он плавает в океане, и яхта на него и напоролась. Но это только начало, поэтому не спешите сказать, что вот я и заспойлерил, потому что это только начало, это завязка сюжета. Но, ну, спустя, я не знаю, минут 20 он догадается, что можно откачать воду. И вот так вот во всем, когда вроде бы совершенно очевидные вещи, ты смотришь, что он делает, и прожесть, почему он это не делает. Начиная с того, что он отправился в путешествие, даже не проверил, есть ли у него там вода, а там была канистра тухлой воды. У него были приборы типа секстанта, которым он даже пользоваться не умел. Он сидит, там шторм, а он открывает книжку и читает, как же им пользоваться. Ну и так далее. В общем, вот весь фильм вот про какого-то туриста. И вот это «Не угаснет надежда», и, честно говоря, она для него должна была угаснуть еще в первые 20 минут, потому что ну, он просто не должен был выжить вообще по всей теории вероятности. То есть это просто какое-то нереальное чудо, что с ним там происходило при такой тормознутости. Но в
целом это не в упрек фильм, может, это такой сценарий и так далее. Просто вот я все сильно смотрел, меня раздражали действия героя, потому что он очевидные вещи не делал. Он делал то, что он считал нужным, а нужным он считал какую-то ерунду. Корабль тонет, вместо выкачивания воды он идет, ныряет, берет там апельсин. Апельсин – самое важное, апельсины. Ну и так далее. В общем, да, я немножко утрирую, но в целом суть такая. А похож этот фильм, знаете, примерно на «Открытое море» фильм, но там была группа людей, там было больше действия. Тот, конечно, ну, в плане вот экшена он более крутой, безусловно. Вот. Но, в принципе, нормально. Знаете, как-то вот он мне напоминает что-то, знаете, такое вот, как путешествие Тура Хейердала, что ли, такое, вот, что там просто кто-то отправился в путешествие, у него там какие-то невзгоды, то ураган, то еще что-то там. Ну, в общем-то, я посмотрел, в общем-то, не расстроен, что посмотрел, и не расстроен, что купил. В принципе, я такие фильмы люблю, но главный герой меня все время вот своей тупостью раздражал. Вот. Вот так вот это все выглядит. Ну, в принципе, если любите такие фильмы, то, наверное, вот, ну, нормально вам зайдет. Но это не экшен, не боевик, это даже не катастрофа какая-то или что-то такое. Здесь просто чувак, турист, по сути, решил по океану поплавать. Вот. Ну, поставим его здесь вот так вот. Так, следующее, что хочу показать, это «Коматозники». Ну, это то ли ремейк, то ли же не поймешь что, одноименного фильма из 90-х, по-моему, годов, где снимался Кифер Сазерленд. И вот те «Коматозники» были дико крутые, прям обалденные. Где студенты стали погружать себя в состояние смерти, а потом оживляли. Ну, чтобы узнать, есть ли жизнь после смерти. А потом там началось кое-что, чего никто не ожидал, скажем так. Здесь от этого сюжета осталось только, ну, не знаю, там 20%, наверное. И, в принципе, все по-другому сделано. Актеры не такие харизматичные, не такие крутые. Да и не знаю, как по бюджету, может, он и был небольшой, но здесь он чувствуется как-то более дешевым, хотя фильм, ну, относительно свежий. А вот, но фильм в любом случае это неплохой ужас. И я давно на него смотрел, думаю, ну надо взять. В принципе, мне первые нравятся «Коматозники», хотя у меня их и нет на диске. Вот, ну хотя вторые будут. И вот я взял «Коматозники» на Blu-ray. Это тоже лицензия. Но я не буду сейчас вскрывать. Что там вскрывать? Диск и диск. В принципе, он, знаете, вот на уровне, наверное, как «Грибы», допустим, вот я покупал фильм. Если сейчас увижу его на полочке, я покажу вам «Грибы». Где-то они у меня были недалеко. Там тоже подростки отправились в лес, ну, просто на пикник отдохнуть. Нашли там грибы и пожрали. А тут вдруг появляется маньяк, который их начинает крошить. И они от него убегают, убегают, убегают. А потом оказывается, что не надо было есть грибы. Потому что это не съедобные были грибы, а типа что-то мухоморов. Но опять же, не буду полностью все раскрывать. Вот. Но тут... А вот он. Ага, тоже на лицензии брал. В принципе, тоже можно посмотреть. Но это не шедевр, не 5 баллов. Но тоже было неплохо, в общем-то. Вот такой вот фильм. Ну, что-то вот они одного уровня по, ну, по оценкам, скажем так вот. То есть и тот, и другой не какие-то там суперкрутые, но смотреть можно. Так, следующее, что взял на лицензии. Это все на лицензии. Это взял Том Хэнкс, «Чудо на Гудзоне». Ну, Том Хэнкс шикарный актер. Что его «Аэропорт», что ли, там фильм, да, как-то? Или не «Аэропорт», как же он там назывался-то? «Терминал», вот. «Терминал», что «Форрест Гамп», ну, как бы смотреть можно, не уставая, много раз. Вот. И здесь вот «Чудо на Гудзоне», фильм Клинта Иствуда, причем
Вот, но здесь я не знаю про что, но написано, что он типа захватывающий, аж 4 звезды поставили. Вот. И все говорят, очень крутой фильм. И здесь пишется Хэнкс Ист, вот эта команда мечты. Вот. Ну, в общем, хвалит. А суть такая, что он здесь пилот самолета, перевозит пассажиров, у него там какая-то авария, и он чудно гудоня, почему называется, потому что он посадил корабль на воду. А потом его начинают за это судить. Это капиталистические чуваки, они его судят. Я не знаю, что там было, это как бы, насколько это интересно, но посмотрю, все-таки Том Хэнкс играть-то точно будет хорошо, да и Клинт Иствуд плохо не снимет. Поэтому посмотрим, может быть, окажется не так вот динамично, ну, сложно сказать, а может, наоборот, с огромным удовольствием посмотрю. Ну, этим-то интересно, не видел я его, теперь вот увижу. Ну, и эти все фильмы, они недорогие, а, как бы, поэтому почему бы не посмотреть. Так, ну а дальше у нас идет, так, дальше идет, наверное, вот этот я фильм покажу. Это я взял «Уличные танцы 3. Все звезды». Это, знаете, из такого разряда, что сейчас кто-то воскликнет, да кто такой вообще смотрит? Ну что это за ерунда такая, да, какие-то дети, какие-то танцы, еще и «Уличные танцы 3. А создатели «Уличных танцев 1 и 2. Вот это да. Я не видел ни первые, ни вторые, ни третьи. Да здесь еще и 3D. Вот я в 3D могу это посмотреть, вообще будет офигенно. Вот. Это первый момент. У меня есть 3D-телевизор. От 6 лет уже можно смотреть. Ну, так что, если вам есть уже 6 лет, можно его уже смотреть. А что же это и зачем это? Ну, я его взял, потому что, в принципе, он считается как бы неплохим фильмом после «Шаг вперед». «Шаг вперед» я все части обожаю. У меня они есть все. Ну, первая часть у меня в виде файлов, я на диск не нашел. А так они у меня есть, вот видите, «Шаг вперед 2», «Шаг вперед 3D», но это 3, 3D и 2D версия. «Шаг вперед 4». Вот. Ну, в общем-то, все есть. И этот «Шаг вперед», они очень красивые, очень классные, там соревнования. А в 3D они вообще... прям башка отвалится от восторга, глаза там будут сиять от такой картинки и так далее. То есть очень красиво, очень динамично, ну вообще офигенно, просто обалденно. И, к сожалению, больше следующих частей не делают, хотя были успешные и просто что-то они перестали их делать. И ну, гляжу, «Уличные танцы 3», они там 100 лет продаются на зоне, думаю, ну ладно, попробую, тем более там в описании, кто его смотрел, пишет, да, классно, офигенно. Я как понял, ну, если здесь вот у нас больше подростки, да, там студенты, здесь вот школьники, получается. Вот, ну, наверное, более детские. Ну, посмотрю, в принципе. Наверное, тоже интересно это все будет. Так, ну, теперь переходим к следующим. Следующие у нас будут, это наши фильмы. Вот, я взял из наших фильмов вот это вот «Все о мужчинах». «Все о мужчинах», ну, тоже лицуха. Здесь у нас Дмитрий Нагиев, Верник, Епифанцев. А, ну, актеры, видите, хорошие, да? А, и что тут? Если вы уже знаете, о чем говорят мужчины и что творят мужчины. Ну, это был фильм «О чем говорят мужчины». Много частей, да, у меня они почти все есть, что на лицухе выходили. И что, вот что творят мужчины, это братья, сестры Зайцевы, да, там были, этого нет фильма. Ну, так себе. Ну, как бы это, я, когда им было возможность его купить, я его не стал покупать. Вот. То стало пора узнать все о мужчинах. Ну, грубо говоря, это все типа, когда «О чем говорят мужчины» вышел, все захотели такой же успех и попытались повторить эту формулу. И что творят мужчины, и, наверное, и во все о мужчинах, я не помню этот фильм, и даже с Куценко был фильм такого же рода, не помню тоже, как назывался. Вот, все попытались повторить эту формулу, ни у кого не получилось затмить оригинал, но, в принципе, у всех получилось смотрибельно, посмотреть тоже можно. И вот это, наверное, что-то вот типа этого я уж не помню. А, поэтому буду смотреть, расслабляться. Это комедия. В общем-то, все нормально будет. В общем-то, такой вот я взял. И еще я взял вот такой фильм «Без понятия». Хороший, нехороший, про что? Это, аж видите, в слипе вообще красотища, как сделано. Тоже Blu-ray, лицуха. «Разговор с Гошей Скуценко».
Ну, Гоша Куценко, актер, конечно, классный, но это не значит, что там все фильмы, с которых он там бы снимался, они будут офигенные, есть и полная фигня, как бы. А есть такие фильмы, где прям вот он все создает, все атмосферу, ну, из разряда фигня. Вот, например, у меня есть фильм «Дерзкие дни». Ну, он на DVD, походу, только выходил. Ну, фиговенький фильм. Вот, здесь и Сухоруков, и Куценко. Но фильм, ну, ерунда, короче, полная ерунда, никому не советую. И Гоша Куценко как раз вот. Здесь вот ожидания не оправдались. Тоже, видите, как классно сделано там все. Так вот, так вот. Вот это пример фигового фильма. А пример хорошего фильма, вот, например, «Жесть». Потрясающий фильм, тоже на DVD, тоже лицуха. В общем-то, тут на самом деле Гоша Куценко, он даже не в главной роли. Вообще, он там присутствует, ну, несколько минут в начале и несколько, может быть, даже секунд в конце. Но вот это все, оно делает такое мощное, как бы, ощущение от фильма. Ну, фильм вообще потрясающий. Великолепнейший. Я его в нейросети пережимал в высшее качество. Ну, в такое, чтобы HD оно стало. Потому что здесь это качество совсем дерьмовое. Вот. Но я для себя пережимал. Вот, чтобы самому смотреть. Ну, и сам я его смотрю в этом варианте, который сам пережил. Но фильм вообще фантастический. Ну, в плане качества. Обалденнейший боевик такой. Прям вообще... чума. Вот. Это очень круто с Куценко. Или так, еще что интересно. Ну, не знаю, посмотрю, что из себя представляет разговор. Интересно. Может, понравится, может, не понравится. А также я помню, мне еще говорили, вот что типа вот противостояние. Не знали, что есть «Вожди». А у меня было противостояние вот на таком тоже, ну, вроде как лицензионном диске. Тут 5 фильмов на 2 DVD. Ну, на самом деле... А, ну да, 2 DVD там так и есть. Вот, на самом деле, это, вы представляете, это не фильмы, это чуть ли не сериалы засунули. Здесь они уместили на 2 DVD, хоть и 9-гигабайтные, «Лангольеры». Это там, он, сколько там часов-то идет этот мини-сериал. «Доминокеры» — это тоже телесериал. Кстати, тоже неплохой. А, «Ночная смена». Ну, это фильм. «Участь Салема» — это фильм... И противостояние это опять сериал. То есть это даже не фильм, а сериалы. Из 5 якобы фильмов тут 3 сериала вообще-то длинных. Вот. Ну, вот качество, конечно, ужасающее. Просто ужасающее было. Вот. И поэтому я вот взял на Blu-ray. Это вот в HD качестве. Это прям вот не переживание. Как сказать, не. Как сказать, не. Не нейросеть, а прямо это трансфер новый. Он там HD-шный. Ну, full HD-шный, вернее уж. Вот так вот, да? Вот. Ну, у меня с пирофайлами еще был в HD, а потом я вот заказал на Blu-ray. Здесь 50-гигабайтный Blu-ray. Вот. Ну, противостояние, конечно, классное. По Кингу, где люди все почти вымерли, кроме некоторых. В общем-то, ну, про эти моменты вроде бы рассказал, и остались последние какие-то штрихи. А, в общем-то, хотел бы еще порекомендовать вот такой вот фильм. Если не видели, тоже он продается, название «На лицухе». Он французский. Вообще классный боевик такой, веселый. А прям вообще это заходит на ура. Очень весело, очень прикольно. Играет классно актеры. Вот, поэтому всем советую, стоит он там недорого, если еще он остался. «Крутые меры» называется. Я думаю, никто не пожалеет, ну, если себе в коллекцию возьмет. Вот такой вот советую. Идрис Эльба здесь. А, в общем-то, ну, и, наверное, на сегодня это, в общем-то, и все. Больше пока ничего не выбираю, потому что уже довольно много есть дисков. Нужно уже смотреть. Это начал с «Не угаснет надежда».
дальше перейду на какие-то другие позиции. Всем пока, до новых встреч, подписывайтесь и поддерживайте канал.